Друзья, сегодня будем мы рассматривать, как зарегистрироваться в мессенджере Wow App. Нужно, значит, загружать этот мессенджер и потом зарегистрироваться и войти и начать свои действия. Мы будем начать с самого начала. Значит, с самого начала у нас есть вот эта ссылка. Нажимаем на эту ссылку и попадаем вот на такое место. Появляется вот такая учетная запись. И мы должны это все, что здесь написано, все написать по одному. Это электронная ваша почта. Здесь он дает сам имя пользователя. Вот сейчас он дал мне имя пользователя. Здесь я напишу пароль. Здесь повторение пароля. И смотрите, чтобы написали по-английски, потому что если по-русски напишите, так и он вас примет. Там смотрите, чтобы... Здесь собираем капчу, код и создать учетную запись. После этого вот надо нажать сюда. Скачать Wow. Вот он начинает загружать ваш компьютер именно вот программу. Значит, по этой программе вы должны войти. Значит, мы здесь видим, что он качает. Вот здесь качает вот эту программу. И когда закончит, мы откроем и будем работать. Вот уже он скачал, и появляется вот такая вот. Мы должны вспомнить, что мы написали. Значит, ну там он имя пользователя он сам взял, да? Я беру вот отсюда, вот, gmail.com, вот это все уберу, это будет имя, потому что он автоматически поставил. И здесь введу тот пароль, который я там вводил. И вхожу сюда. Сейчас он открывает. Вот этот звук идет, значит, он уже вошел. И здесь нужно еще вот это все написать. Значит, здесь мы пишем дату, мы ставим дату. Здесь пишем имя. И потом вот выбираем пол и даем далее. После этого вот он снимет вас. Сделаем снимок и сохранить. И начать использовать Wow App. Вот, пожалуйста. Вот это ваша страница. Можете нажать здесь «Продолжить». И непременно на сайте зарегистрируйтесь. Куда бы вы ни нажали, оно попадает именно в сайт Wow App. И на сайте Wow App вы должны все вот...
Здесь можно поставить email, можно поставить имя пользователя. И вы входите в сайт Wow App. И непременно нужно здесь ходить. Здесь он сразу говорит, что нужно подтвердить вашу электронную почту. Значит, заходим в электронную почту сразу же. Вот письмо. Вот посмотрите, активации. Вот эта кнопка, видите, вот надо нажать на него, и оно активирует. Активирует. Здесь можно отсюда выходить, можно вот вернуться сюда. Значит, здесь непременно нужно просмотреть профиль. Эти шаги все нужно делать. Значит, сразу мы попадаем в вот этот профиль. И здесь все нужно, вот те места, которые не написаны, надо все написать. Вот посмотрите, здесь он стоит 63%. Но должен быть 100% заполнено. Что не заполнено, заполните. Здесь редактировать. Да, пока что не знаете, что там написать девиз. Ну, что-то напишите, девиз. Там, значит, здесь надо написать какой-то сайт. Вот здесь обо мне нужно написать. Ага. И еще нужно город ставить. Я здесь буду написать. И потом сохранить. После того, как вот это нажимаете «Сохранить», вот посмотрите, 100%. Этот шаг вы непременно должны делать. Значит, входим в сайт, как вы смотрели, да? Входим в сайт, Wow App. И оттуда мы все вот здесь регистрируем. Здесь можно открыть. Вот здесь написать, да? Вот отсюда мы уже выходим. Все, уже мы свое дело сделали. Здесь можно показать, вот это аккаунт был, да? Здесь можно показать часть доход, пожертвования, которые вот берет каждый день. Обналичить, как можно обналичить здесь все методы. Обналичить дает. Значит, можете Wow кредит, можете пополнять свой мобильный. Вот. Самое хорошее – это пополнять свои мобильные. Можете кредитной карточкой, можете PayPal, банковский счет использовать. Здесь будет у вас вот доход. Вот сколько будет, вот и будете выводить. Но непременно не меньше, чем 100 коинов. То есть это где-то 1 доллар. А, это 1 доллар. Вы можете выводить. Но самое хорошее – это пополнить свой мобильный. Значит, потом смотрим. Магазины. Вот посмотрите. Вы входите. Здесь написаны вот магазины. Вы, скажем, сюда. Покупать сейчас. Продолжить. И входите в магазин. Так смотрите. Смотрите и оттуда. И можете что-то выбирать или... И дает он свои коины. Вот здесь. Значит, выходим отсюда. Потом можете смотреть новости. Это все платное. Вот что мы смотрим, это все платное. То есть, вот это Wow App, он вас платит. Начать. Вот сейчас мы начинаем. Выбор страны. Выбор страны. Мы вот какую-то страну выбираем. Сохранить и продолжить. И вот здесь, скажем, коммерсант. Хотим читать. Или аргументы и факты. Вот. И сохранить и продолжить. Сохранить и продолжить. И можете вот начать читать, завершить.
начать читать новости. Начинаем читать новости. Потом идет игры. Вот, игры. Мы здесь имеем много игр. Можем войти и играть. Ходишь, играешь, получаешь деньги. Каждая игра что-то стоит. И вы должны вот ходить каждый день и играть. Играете, значит, получаете. Не играете, ну, соответственно, не получаете. И вот самое последнее, это звонки. Здесь можете звонить. Тарифы есть. Скажем, Америка 0,5 центов в минуту. Великобритания 0,7 центов в минуту. Индия 1 цент, 1,3 цента в минуту. Бразилия 0,9 центов в минуту. Вот можете позвонить, тоже получить. То есть не то, что вы звоните, но кто-то из вас, из вашей команды, кто-то звонит, значит, вы получаете. Здесь можете внести деньги. Это ID абонента. Здесь можно телефон поставить, но я не советую здесь телефон поставить. Не нужно это делать. Переадресация звонков, журнал. И номер WhatsApp, который вот... Вот столько стран можно позвонить. Можно внести деньги и звонить. Вот столько. Вот регистрация не так уж сложная. Можно это все сделать. Сейчас давайте входим в сам вот этот мессенджер. WhatsApp. И смотрим. Здесь есть чат. Вот посмотрите. Здесь есть чат. Скажем, вы хотите открыть какую-то группу. Нажимайте сюда. И вот выбирайте людей, здесь участники должны быть. Участника выбираете, даете далее, и здесь пишите, вот как называется ваша группа. И создается группа. Друзей собираете. Сейчас я запрос даю. Запрос отправлен. Значит, собирайте друзей или поиск контактов делайте. Разных своих друзей можете находить. Вот и, вот, соответственно, им по чату вот написать что-то. Вот сейчас я буду писать. Что-то здесь напишу. А, запрос не принят пока что. Он невозможно здесь записать. Значит, друзей соберете группы, начнете... Вот, разговаривать между собой. Как много будете разговаривать между собой, так много и вам денег зачислят. И поэтому я предлагаю минимум как 2 часа вот сидеть вот и вот там написать в день. Здесь каждый день добавится у вас коины. И если вы собирали сеть, у вас появляется вот это. Здесь люди появляются. Что это за приглашение? Если вы хотите кого-то пригласить, нажимайте сюда. Приглашение. И приглашение идет вот пригласить друга. Сейчас посмотрите, как это делается. То есть вы хотите пригласить каких-то своих друзей. Здесь пишите. Пишите здесь имя вашего друга. Скажем, какое-то имя. Потом ставите его электронную почту. Электронную почту можно узнать от него. Значит, пишите электронную почту и вот собирайте код и отправите. И вот ваш друг там принимает у себя в почте, открывает свою почту и видит, что вот эта ссылка есть. Ссылку можно достать и другим образом.
пригласить друга. Персональная страница. И вот это есть ваша ссылочка. Копировать и направьте кому хотите. Значит, направляйте тому, кому хотите. Значит, это есть ваша ссылочка. Вот эти шаги несложные, вы можете это исполнить. Если что не так, посмотрите повтор еще раз. Или вот зададите вопросы, напишите. Я буду ответить на все. Всегда хочу, чтобы вы были на связи. Если есть какие-то вопросы, я буду отвечать на эти вопросы. Спасибо, что вот посмотрели этот ролик. Пока-пока. До свидания.